Для того, чтобы сделать размытый фон у какого-либо изображения, нужно сначала создать выделение вокруг того объекта, который мы не хотели бы, чтобы становился размытым. В данном случае это будет гном веселый. И выделим его. Выбираем инструмент «Быстрое выделение», либо другой удобный для вас инструмент. И обводим участок изображения. И сейчас, если мы будем размывать, то размоется, соответственно, гном. А нам нужно, чтобы размылась трава вокруг него. И поэтому идем в выделение и выбираем инверсия. Либо Ctrl-Shift-I на клавиатуре. Теперь у нас выделено все, кроме гнома. Идем дальше в фильтр и выбираем размытие. Размытие по Гауссу. И устанавливаем уже необходимое значение. Например, 3 пикселя. Нажимаем ОК. Снимаем выделение комбинации клавиш Ctrl-D. Выбираем инструмент размытия. Жесткость 100%. И в некоторых местах уже сами размываем. Чтобы было более качественно. Таким образом мы сделали размытие вокруг нашего гнома. У меня есть еще второе изображение, вид из окна автомобиля. И предлагаю сделать это изображение в движении. Как будто бы автомобиль движется. Выбираем инструмент прямолинейное лассо. И создаем также видимую область. Идем в фильтр. Размытие и выбираем размытие в движении. Угол устанавливаем необходимый нам. В моем случае это примерно минус 9 градусов. И увеличиваем смещение. Нажимаем ОК. Снимаем выделение. И еще воспользуемся инструментом размытия. Жесткость поставим уже 0. И размоем нижнюю часть нашего изображения. И таким образом, в этом уроке мы разобрали два способа размытия фона у изображения.